Итак, ребят, все. Привет всем, кто тут подошел. Погнали, проходим дальше Мэри Скелтерс. Итак, в прошлый раз мы изучили этот данж, как мы видим, почти до основания. И нашли ядро, и вперед. Уничтожать ядро, убивать кошмар и переходить на ту сторону, где, собственно, находится безопасное место, где смогут Орден свою базу установить. Потому что они доверяют Рассвету, не хотят быть вместе с нами, и плюс еще могут быть всякие разные происшествия из-за этого недоверия. Наконец-то нашли. Это ядро? Видишь? Оно действительно существует, теперь веришь? Да заткнись ты. Да вижу я все. Однако, тем не менее, прости то, что я сомневалась. Блин, она реально подобрела. Ну, всегда пожалуйста. Да. Хорошо. Тогда сейчас придет время боя. Боя. С ядром? Нет, ядро всегда защищает страж. Его нам нужно одолеть. Мерхен? Блин, эти костюмы с кроссовером классные. Я не собираюсь проигрывать в этом месте после того, как зашла так далеко. Именно. А теперь давайте поспешим и одолеем его. Белоснежка старается. Привет, Салам. О, здорово. Так, ну чё, в бой? Так, давайте искать слабость. Начнем с огня. Нет. Так, наложить щит. Сипати. Так. Воду пробуем. У меня уешный, но не важно. Нет. Скорее всего, земля. Воу, мимо! Страж, чё ты какой-то не очень. Вот она. Так, поднять атаку. Сейчас сделаем тройную атаку, точнее, два раза тройную атаку со стороны. Су, и будет класс. Мимо! Мимо! Хорош! Блин! Вот этот, вот эти щиты Хамел защищает, как вы видите, вообще неплохо так. Ни одна атака врага не прошла пока что. Так. Давайте я сдебафлю атаку врага. Опа. Как вы бей. Ай, блин. Привет, Нянзу. Что-то пропустил. Подготовка. Хорош. Так, поставим щиты. Прекрасно. Блин. Ну ладно. Крит первого левела. Блин, тройной крит было бы вообще классно, ладно. А это не хватает, не забыл. СП тратит очень много этой атаки. Ну ладно, ничего не поделаешь.
готовиться к следующей. Хорош, хорош! Хорош! Слушайте, ну и да, я реально немного все-таки перестарался с уровнем. Сларкс, не, я видел пару раз, когда фармил, как минимум. Нет, он падает, но очень редко. Готово, изи. Вообще ни о чем. Мы одолели его. Вы в порядке? Не нужно так сильно беспокоиться. Белоснежка, а и все остальные в порядке, дорогая сестра Дюрьмовочка. Ну, я думаю, что долг сестры приглядывать за вами. Да знаю я. Ладно, давайте уничтожим ядро. Этот голос, звук. Это вой тюрьмы. Это вой тюрьмы означает, что если учитывать нашу раннюю гипотезу, предположение, башня, скорее всего, снова выросла и стала больше. Да, действительно. Хорошо, теперь погнали и одолеем этого кошмара. Верно. И потом, наконец-то, Дюльмовочка и Культ смогут пойти в безопасное место. Ну что, погнали тогда, девочки. Девочки, погнали. Так, блин, Соня демон. Ну что, хотите потом пройдем вот эту игру, откуда эти костюмы? Как я уже говорил, Dead Request, сценарист первый Corpse Party. Так что обещает быть интересно. Так, давайте восстановлю СП. Хочу. Ну хорошо. Как только на нее будет скидон, возьму ее и будем уходить. Да. Ну и в Японии она вышла уже, так что можно и проходить, как я уже говорил. Западная версия выйдет вроде бы то ли в феврале, то ли в марте следующего года. Короче, в следующем году где-то, в первом квартале. Так что да. Пока она выйдет на Западе, мы ее, думаю, да, уже пройдем. Да на Новый год будут распродажи, как минимум. Хотя вот сейчас в сентябре. Постоянно распродажи. Ну, вы сами знаете. Вот, я думаю, закончу Мэри как раз. Так. Кошмар, где ты?
Чувак, что-то тебе нигде не видать. От рандома мы... На рандома не будем отвлекаться, сейчас как-то не до этого. О, смотрите. Тут есть следующий этаж. Но нам не нужно сюда. Я уверен, что кошмар не будет. Он должен быть там же. Тут ничего. Тут тоже ничего. Лунар, да неважно. Я сейчас не обыскиваю данж, я ищу, где кошмар. Затреснувшие стены там обычно к секретке. Привет, и пока. Пока, Эрису. Минаса. Огеньки деска, Эрису. Буду говорить, как Клара. Хотя, если я буду говорить, как Клара, вы вообще ничего не будете понимать. Так, это быстрый переход на следующий этаж. Опять не то. Не, ну, Салар, не, ну, этим ты меня обидел, все. Все. Пора устраивать крестовый поход на соляристов. Так, стоп, это следующая локация. Блин, что за дичь? Где оно? Че, неужели на следующий этаж? Ивент с кошмаром. Так, сейчас я проверю. 2, 3, 4, 5. Ну, походу реально на следующий. Потому что тут, ну, нигде нету. Хотя вот там я не изучил кусочек карты, может. Да не, не. Ну ладно, на следующий, так на следующий. Привет, Крис. Ура, я открыл что-то. Это утка. Опять. Записка. Нет.
Икуё! Ватасино чикара, мисете агэру! Блин, все равно как-то странно. Обычно кошмары там рядом всегда. А в этот раз что-то нет. Бира-бира! Что-то мне кажется, что я все-таки действительно свернул куда-то не туда. ЛГБТ дерево с руками. Слушай, что-то слишком много тут ЛГБ... А, стоять. Фу ты. У нас же главная героиня любит другую девочку. У них так все взаимно, так нормально. Так что да, все нормально, все нормально. Так все и должно быть. Я и забыл. У нас же тут Юрий. Кошмара. Да, знаешь, я не удивлюсь, если он будет. О, быстрый переход. А, тут есть еще и седьмой этаж, ребят. Икуё! Класс. Блин, это этаж довольно большой. Вот, ребят, и кошмар. Нет? Ой. Нет, к счастью, как мы видим, да, действительно, он был тут. Так. Ну, сейвимся вперед. Битва с кошмаром. Можете начинать делать свои ставки. С какой попытки я его одолею? С первой или с первой? Фу ты, блин. Эй, стоять! Я случайно зажал. Я просто, блин, поставил геймпад на ноги, не заметил, что задел кнопку, чтобы вытереться. Первая попытка фейл? Нет, мы же не вступили в бой с кошмаром еще. Так что нет. Мы только начали разговорчик.
気がずしーんって感じ。そうだね。так, ну что ж, погнали. あたりが白くなってきた。Белый туман в этой области. Тогда это означает, что кошмар здесь. А? Вон он, туда! В этот раз я убью тебя! Или мы убьем. Это ключевой момент. Девочки, постараемся. Я сейчас тебе верну должок за моих сестер. Вижу, ты полна энтузиазма, и это хорошо. Но не забывай об окружении и так далее. Нормально все, я спокойно, как удар. Да, действительно все выглядит в порядке. Ну что ж, тогда вперед, завалим его! Ну что, файту! Так, ну начинаем слезание. Сейчас еще случится что-нибудь плохое. Ну, вы знаете, как бывает. Интересно, какая у него слабость. Книжка непонятна. Ай, блин, на атаку хотел. Ох. Ох. Кастует, падла. Ну, она справится сама. Зубы выбили. Да ничего, я могу на обратно вставить. Так, первая фаза готова. Как всегда. Сейчас, секунду, у меня наушники застряли. Хорошо. Мы уничтожили эти отвратительные части, что защищали его. Похоже, все работает довольно эффективно. Он пойдет в мгновение. Еще немного, и он будет побежден. Сказать.
продолжая вкладывать свои усилия изо всех сил. Еще немного, Гюльмовочка. Да, я поняла. С учетом, что Дюльмовочка, Белоснежка и Спящая Красавица помогает нам, выиграть битву будет намного легче. Так что давайте постараемся и не будем заранее слишком... давайте постараемся и не будем беспечны. Конечно. Да. Хорошо. Один за всех, все за одного вперед. Так, окей. Прогулка по парку закончилась. Вот начинается настоящая битва. Мимо. Хе-хе. Лузер. По одному. Хорош. Не дам тебе кастовать. Вставление СП. Минус один. Минус два. Ну все. Дальше все пойдет как часы. Так, что у нас тут? Все нормально. Защита. А ты ж поздно. Так, баф атаки. А не, лучше начать с дебафа атаки врага. О, мы его еще траванули. Круто. Кстати, да, я забыл про навык отравления. Я на босса, он не всегда работает. Огонь — это не слабость. Че, вода, что ли? Да нет, вода нет, ну там что-то полное. Хороший вопрос. Или у него слабости нет? Ну, это очень странно. А, нет, все-таки, да, земля. Ветер, где ветер. Тогда все хорошо. Я что-то утонул, походу. Так, лизни. Он что-то серьезное кастует, походу. Блин, не сломали. Тоже не сломали. Есть, сломали. Так, реген. О, мне хватает на две атаки. Все, ему хана.
Изи. Мы его одолели, верно? Да, мы его полностью победили. Действительно, благодаря силе всех, что объединилось вместе, мы смогли дать ему отпор. Белоснежка и все остальные... А, нет. Ну да. Белоснежка со всеми остальными смогла действительно сражаться как подобает. Да, ты очень хорошо сражалась в этой нелегкой битве. Я хвалю тебя. Хвалим тебя. Белоснежка смогла сражаться со всеми наряду и одолеть, победить. Ура! Соня! Белоснежка! Смогла действительно кого-то победить! Дай я тебя обниму. Ну, вы действительно нам очень сильно помогли. А, нет, стоп. Ну да, вы действительно нам хорошо помогли. И вы действительно можете гордиться своими усилиями, что вложили. Я определенно тоже рада. Верно, дюймовочка? Ну, действительно. Вы двое действительно сражались, ну, как сказать, с волей, как следует. Стояли крепко и в этом сражении прямо. С поднятой головой. Дюймовочка. Ну, как старшая сестра, я, конечно, счастлива. Однако в то же время я почему-то чувствую себя немного одиноко. Ну, бывает. Это, наверное, из-за того, что Дюймовочка, как старшая сестра, всегда защищала своих младших. Хорошо, в любом случае. Теперь нужно позаботиться о том, чтобы культ смог пойти в это безопасное место. Большое вам спасибо за помощь, Отцу и все остальные. Всегда, пожалуйста. Я ничего не понял. На лице Дюймовочки вернулась улыбка. И, похоже, Джек счастлив ее увидеть, рад ее увидеть. Рад этому. Наконец-то ты сказала слова благодарности. Итак, это безопасное место. Оно чуть дальше впереди, верно? Осоракуこの先にあるはずよ.
Ну да, безопасное место, о котором Мичеру говорила, должно быть чуть впереди. Интересно, что это за место? Я даже представить не могу себе место в тюрьме, где действительно может быть безопасно сейчас. Ты права. Изначальный освобожденный район, место, где он находился, это считалось одной из самых безопасных мест, и его еще охраняли как следует. Однако в конечном итоге он был уничтожен. Ну, если пойдем туда и посмотрим, поймем. Совершенно права. Нет смысла сейчас гадать. Ну ладно, девочки, тогда погнали, посмотрим. Действительно. Ладно, девочки, погнали. Так, ну погнали. Погнали. Для начала, само собой, засейвимся. А вдруг что-нибудь случится. Блин, у меня изжога началась. Мне тяжело говорить немного. Сорян, если что. Ой! Тихо. Да. Ну это из-за яблочного сока. У меня из-за яблок и вообще или яблочного сока пирога это хрень. Да. Я его обожаю. Я обожаю яблоки, но не могу их есть. У меня изжога из-за них. Не очень приятное ощущение. Так, давайте тут маленький перерыв устроим, потом пойдем дальше. Хорошо? Дальше продолжение следует.